А вот как происходит штраф. Штрафы раздают за парковку. Если нет талончика, то приходит человек по улице, проверяет талончики. Вот на скутере он висит, например. Человек проверяет время, все в порядке. Если талончика нет, то всего лишь навсего оставляет штраф и... Hello, what are you doing? Оставляет штраф и никаких вопросов, никаких разговоров. $50-70.